если в группе, ну вот есть такой, попадается человек, который двуличный, то есть он на людях, он ведет себя как преданный. Ну, например, кто-то из группы знает, или, например, лидер знает, что на самом деле он совсем другой. Ну, просто он ведет себя как преданный, но на самом деле не ведет ни садхану, ну, ничем не занимается, более того, он занимается религиозными действиями. Как быть с такими? Его сразу отстранить от группы или как вообще? Есть разные лидеры группы, у разных людей разные представления об этом. Есть милостивые такие, как, например, Адикавия Прабху. И он с супругой, с матушкой, они позволяют, чтобы приходили все. Ну, если человек не безобразничает на встрече. Преданный он, не преданный, это не нам решает, в конце концов. Если человек приходит и слушает, и поет Харе Кришну, почему он не преданный? Он может быть не совсем совершенный преданный, но это преданный, в конце концов. Занят он какой-то греховной деятельностью, то лучше на себя посмотреть. Лучше к себе замечать, какая там. Вот. Но если человек приходит и он что-то получает, то как я могу сказать, что он не преданный? Почему он не преданный? Он может быть не тот преданный, которого я вижу, я хотел бы, чтобы он был. Это другой вопрос. Вот. Есть те люди, которые, ну, в своей группе они хотят, чтобы там были все чистые преданные. Ну, из таких групп часто уходят. То есть, если вы привязаны не к процессу, а к результату, понимаете, то у вас неправильный подход немножечко тогда. Если человек тихо сидит, не мешает, по крайней мере, то какая проблема? Пусть сидит, слушает, пусть просаживает. Харе Кришна. На этом мы закончим. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.